или чуть раньше, где представители некого фонда «Открытый диалог» страшно поносили официальную власть Казахстана за политические притеснения, за разгоны демонстрации и так далее и тому подобное. Поносил Казахстан некий Максим Сытников, представитель фонда «Открытый диалог» в Польше. Кто такой Максим Сытников? Для меня, конечно, загадка. Я начал искать про него информацию. Надо сказать, с большим трудом нашел его официальную страницу в Фейсбуке. Все ссылки будут приведены в описании к этому видео. Лента его также процентов на 80, свежая лента, состоит из критики Назарбаева.